Тверской области определены основные показатели социально-экономического развития. Прогноз на ближайшие три года стал ключевой темой очередного заседания регионального правительства, которое состоялось 24 октября. Подробности у нашего корреспондента. Прогноз социально-экономического развития является основой для среднесрочного планирования социально-экономического развития региона, отметил губернатор Игорь Рудени в начале заседания. На основе этого прогноза формируется проект консолидированного бюджета Тверской области, программы помощи семьям, поддержки предприятий, бизнеса, инвестиционных проектов. Реализуются меры, направленные на модернизацию социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Прогноз я оцениваю как очень качественно проработанный, качественно сделанный. Прогноз скрыл как и положительные тенденции в развитии нашего региона, так и указал, по каким вопросам на уровне региона нужно работать. Он также показал и риски, и возможности нашего региона. Он четко обрисовал те направления, по которым регион может успешно развиваться. В соответствии с прогнозом, в 2024 году индекс физического объема валового регионального продукта составит 102,6%. Индекс промышленного производства – 104%. Кроме того, эксперты отметили, что в Тверской области увеличивается объем отгрузки промышленного производства. В 2023 фиксируется положительная динамика по ряду видов экономической деятельности – транспортное машиностроение, пищевая промышленность, компьютерная техника. Очень приятно выглядят показатели по тому, что заложили в прогноз развития промышленности. И этому есть свое объяснение, потому что поддержка крупных и средних предприятий, государственная поддержка в Тверской области выстроилась достаточно результативно и эффективная. Отдельно рассмотрена динамика в отрасли сельского хозяйства. В прогнозе также заложены показатели по строительству и вводу жилья. Кроме того, в прогнозе отражены динамика инвестиций в основной капитал, а также показатели, связанные с численностью и доходами населения, развитием рынка труда. Исходя из прогноза Большого Минэкономразвития, Тверская область сформировала свой прогноз. Основными направлениями, на которые мы делаем отдельное, так сказать, ключевое внимание, это промышленность, это доходы населения, особенно тех людей, кто работает в бюджетных организациях, пенсионеров. Со своей стороны считаем, что министерство всю работу сделает, скорректирует при необходимости государственные программы. В дальнейшем предусмотрена также поддержка промышленности. Кроме того, по итогам обсуждения Игорь Рудени поставил перед главами муниципалитетов задачу обеспечить привлечение инвесторов, которые создадут новые рабочие места для местных жителей, позволят комплексно развивать территории.